Учился в рабочем районе и ростом. Пацан то, что надо, известный ударник. Что? Он мирно тут на одной из фабрик. Что? Работал две смены, показал, что есть мочи. И однажды ночью пацан рабочий. Давай. Усталый, голодный, но гордый собой. Пешком возвращается к себе домой. Что? Дома ждал борщ и жена дурнушка. Потом пиво кружка, перед сном порнушка. В кармане получка, и он правит подарки. Жене и детям, но тут из-за арки. Нарушил нахрапом его приятные мысли. Небритый детина, здоровый как грязи. Спросил глухим голосом, будто сквозь вату. Ну чё, казнил, получил зарплату. В квартале немало здоровых детин. Но этот был зверь, и к тому же не один. Почти Блад Рой и все атлеты. Упругие бицепсы в руках кастеты. Ну нет, не возьмете, позорные гады. Подумал слесарь шестого разряда. Их шали со мной заводская братва. И достал из широких штанов ключ на 32. Ребята, вы чё? Вот мутился слесарь и потряс ключом. Атлеты в ответ лишь пожали плечами и стали выписывать дички ногами. А слесарь, он тоже ведь парень не про. Как вытас вертуха в сандалях огромных. Атлеты струхнули, а фиг его знает. В осадках бывал и ништяк заряжает. А слесарь тут раз такой ход конём. И давай мочить главаря ключом. И вообще вложил заводские наколки. И дрогнули в страхе позорные волки. А он бьёт, бьёт, бьёт по болевым точкам. Бьёт, бьёт по заточкам, по полям. Идти потекать, собрались спортсмены. А тут и навстречу ребята со смены. Их было немного, ну где-то полцеха. Бандитам копать, рабочим попить. Еще был подписан размер 45. Колбасьте бандитов, колбасьте ребята. Атлеты бежали, лишь пятки сверкали. Три кассеты в кусты побросали. Такого конца они точно не ждали.